Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. Мы приготовим пшенную кашу на гарнир и курицу на пару одновременно. Для приготовления нам потребуется 280 грамм пшена, это 2 полных мультистакана, 4 мультистакана воды, это 640 миллилитров, 40 грамм сливочного масла, чайная ложка соли, 450 грамм курицы без кости, можно взять куриное филе, у меня филе с бедрышек. Куриное филе необходимо нарезать крупными кусками. Из специй я буду использовать куркуму, сухой чеснок и соль. Перед началом приготовления крупу необходимо залить горячей водой, прямо кипятком, и оставить на 5-10 минут. Так у нас уйдет горечь из крупы. К курице добавляем чайную ложку куркумы, сухой чеснок и примерно 2 трети чайной ложки соли. При желании можно добавить столовую ложку масла, но это не обязательно, тогда специи лучше распределяться. Я буду распределять в сухом виде. То есть промазываем полностью все кусочки. Подготовленную курицу выкладываем в корзину пароварки. Итак, у меня пшено постояло примерно 5-7 минут. Видите, та же набухла. Большое количество воды впитало. Теперь хорошо промываем под холодной водой. И зернышки прямо вот так можно руками перетереть. Промытую крупу выкладываем в чашу мультиварки. Добавляем соль. Наливаем холодную воду, слегка все разравниваем, чтобы каша легла ровно по дну. Сверху устанавливаем корзину пароварки с курицей. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме плов 40 минут. Время истекло, курица готова. Добавляем масло в кашу и все хорошо перемешиваем. В горячей каше масло быстро растает. При подаче на стол дополним блюдо овощным салатом. У меня сегодня помидоры с зеленью. Во время приготовления каша пропитывается вкусом и ароматом курицы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!